Сегодня в меню – крашеные яйца луковой шелухой. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Лук 4-5 штук. Яйца 4 штуки. Вода 4 стакана. Соль 1 столовая ложка. Уксус столовый 9% 2 столовые ложки. Рассказываю, как красить яйца луковой шелухой правильно, чтобы они приобретали красивый оттенок и не лопались. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Обратите внимание, яйца нам нужны сырые, варить мы их будем непосредственно в шелухе. Шелуху советую собирать за несколько недель до Пасхи. Шелуху выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль, уксус и доведите до кипения. Проварите шелуху в течение 10-15 минут. Пока варится шелуха, подготовьте яйца. По сути, этого можно не делать и оставить такими, как есть. Можете сделать на яйцах узор с помощью бумажного скотча, но учтите, что при варке жидкость пропитает скотч, и узор получится неоднородным. Поэтому советую вам использовать для создания узоров изоленту или скотч. Шелуха проварилась, вода стала насыщенно коричневой. Отправьте в кастрюлю яйца и варите 7-10 минут, зависимо от того, какую густоту яйца вы хотите получить. Обратите внимание, что чем дольше яйца варится, тем более насыщенными по цвету они получатся. Крашеные яйца луковой шелухой готовы. Это, пожалуй, самый популярный способ окраски пасхальных яиц, который проверен временем. Классическим метод, который известен многие века, красить яйца луковой шелухой. Насыщенность окраса можно регулировать, зависимо от количества шелухи и от времени пребывания яиц в шелухе. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!